начинай! Здравствуйте! Так, за что только не ругают Comedy Club? А вот за что. У нас в гостях режиссер и продюсер Сарик Андреасян. Сарик, привет! Что общего между Сариком Андреасяном и Стивеном Спилбергом? Правильно, ничего. Походу, это прожарка Сарика Андреасяна. Да, добро пожаловать. Сарик, мы очень рады, что ты здесь, что ты с нами. Это означает, что в данный момент ты ничего не снимаешь. Спасибо. Спасибо, что позвали, ребят. Да. Рано радуешься, Паша, потому что 16 марта вышел фильм «На солнце вдоль рядов кукурузы». Фильм о реальной истории Дамира Юсупова, пилота, сумевшего в аварийной ситуации посадить самолет на кукурузное поле. И у нас в гостях актер Егор Бероев, сыгравший главную роль Егор, в этом фильме. Егор, привет! Привет! И сам пилот, герой России Дамир Юсупов сегодня тоже у нас в гостях. Дамир, здрасте! Уже сколько времени прошло, да? Но вы видите эти эмоции. Мы все до сих пор благодарны вам за ваш подвиг. Вообще, да? Кайф какой. Я тоже мечтал встретиться. Вы чувствуете, вы посадили второй самолет сейчас. Расскажите про кино, что это... Почему кино называется «На солнце вдоль рядов кукурузы»? Дамир, можно прям вот в двух словах? Как все было? Мы знаем, как все прекрасно закончилось. Расскажите сначала. После посадки на кукурузное поле, после того, как пассажиры эвакуировались из надувных трапов, через надувные трапы, кукуруза была высокая, до 3 метров, и люди не знали, куда идти. И для того, чтобы сориентировать пассажиров, дать им направление, наш старший бортпроводник Дмитрий выглянул в проем и сориентировал, сказал такую фразу: «Идите правее на солнце вдоль рядов кукурузы». Mm. И так вот люди сориентировались, кто-то заснял на видео вот эту фразу. А, собственно, отсюда и название «На солнце вдоль рядов кукурузы». Да. Класс. Сарик, какие еще впереди проекты? Я думаю, что вы хорошо знаете, что вот моя кинокомпания купила права на «Простоквашино». Ты приобрел права, да? Мы очень надеемся, что вы не будете экранизировать. Надо просто почитать себе книжку. Купить. Нет. Я вот даже, знаешь, думаю, может быть, Шарик будет бульдогом теперь, я не знаю. Ну, то есть, всякое может случиться. Почему бы да, действительно. Я могу сыграть кота, что... я легко дотягиваюсь до яиц. До своих или чужих? Это другой сериал. Ну, давайте так, чтобы было понятно телезрителям нашим. Ваша компания приобрела права на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Федор. Пес и кот». Верно? Да. Слушай, это ты что, увидел Чебурашку и подумал, армянин проснулся в тебе. Я должен на детях заработать, брат! Так было? Ну смотри, нет, на самом деле права я купил еще полгода назад, но так срослось, что Чебурашка доказал, что дело-то хорошее. Ну было у тебя такое, что ты просыпаешься, говоришь, что ты тут ушастый, оборзел? Ну-ка, давайте-ка, дядя Федор, понеслась. Знаете, я согласен не на 7 миллиардов, 5 меня тоже устроит в Простоквашино, поэтому, в принципе, все окей. Конечно, да, конечно, я готов быть Шариком. Пожалуйста, пойдем. Да, еще. Я то, что ранее говорил, подтверждаю. Мы можем в паре работать, если что. Боюсь, что детям это не понравится. Я могу и колчонку сыграть, если хотите. Кто там? Вот это там. Так, еще информация. В декабре 2022 года кинокомпания «Братьев Андреасян КБА» приобрела права на экранизацию книги «Денискины рассказы» писателя Виктора Драгунского. Я вас поздравляю, права приобрели. Мы надеемся, экранизации не будет. Как в прошлый раз. Почему вот тут написано, что ты планируешь сделать киновселенную из этой книги? Подожди, я читал Денискины рассказы, я их читаю детям. Там 4 персонажа. Дениска, друг его, папа и мама. Что за киновселенная на 4 да, рыла? Как это возможно? Я вот так вот послушал вас, вот вы умничаете, умничаете. Я вам хочу напомнить, что вы у меня оба играли очень много раз. В фильмах, да. И еще не раз сыграете. Друзья, у нас в гостях российский Джеймс Кэмерон. Мой лучший друг. Учитель Стивена Спилберга. Человек непревзойденного таланта. Человек, который придумал гениальную идею сделать киновселенную из Денискиных рассказов. Сарик Андреасян.
Все равно нам это не смыть. Можно я от души просто расскажу? Мы знакомы с Сариком давным-давно. Давным-давно. На самом деле мы можем сколько угодно, уже какой-то такой тренд смеяться над Андреасянами, да, типа, а что-то они там все снимают, никто не смотрит. В следующем году у вас, как и в прошлом году, по-моему, и как и несколько лет подряд, больше 20 проектов в год братья Андреасяна запускают. Они перевернули игру. Они первые, кто стали снимать сериалы на свои деньги, не выпрашивая у платформ, и продавать их. Правда? Все так по-моему, есть. Вы даже первый раз квартиры продали, чтобы снять фильм. Но не свои, чужие. Ну, понятно. Андреасяны. Молодцы. Действуйте, работайте. Спасибо, родной. Быстро скажи, какой-нибудь самый сумасшедший проект, который вы задумали, о чем он будет? Ты знаешь, мы будем снимать Евгения Онегина, экранизацию прям классики. Вот не прям тронь! По классике. Прям по классике. Прям без когда наворотов. Когда кастинг на Евгения? Он может дотягиваться до яиц. У него один талант на все кино. Паш, блин, не хочу тебя расстраивать, но я закрыл уже. На роль. Да, можем на Татьяну, если хочешь. На Татьяну? Не, на Татьяну я не могу. Ты можешь на Татьяну? Я могу на Татьяну. Хорошо. Это Сарик Андреасян, аплодисменты. Браво. У нас в гостях российский шахматист, один из самых титулованных шахматистов мира, обладатель ордена заслуги перед Отечеством второй степени Сергей Корякин. Та-дам! Здрасте. А также, у нас в гостях чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу, обладатель Кубка мира, вице-чемпион мира по шахматам, прикиньте, это тоже Сергей Корякин! Класс! Вместе с ним пришел единственный шахматист в мире, игравший в полуфиналах Кубка мира 4 раза, международный гроссмейстер, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса в возрасте 12 лет, как самый молодой гроссмейстер в шахматной истории, это тоже Сергей Корякин! Класс! Я пришел не один, со мной супруга Галия. Здравствуйте. Со мной мои друзья. Здравствуйте. И вот, например, Тимур Раджабов, азербайджанский гроссмейстер. Тимур, здрасте, мы вас знаем. Здравствуйте. Победитель Кубка мира, тоже очень известный гроссмейстер, топ-10 в мире. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну вы очень титулованный гость, мы даже вообще не понимаем, что про вас шутить. Спасибо. У нас в гостях был Сергей Корякин. Давайте про шахматы. Я люблю шахматы. А Паша любит Лейсан. Ой. Откуда любовь к шахматам? Когда это произошло? В 5,5 лет научился играть, научил папа. И вот понеслось. После этого я попросил отвезти меня во дворец пионеров. Во дворец пионеров начал заниматься. Мы специально переехали в другой город, потому что там была сильнейшая шахматная школа. И вот прям... В другой город из-за шахмат переехали? Да. Фига себе. Ничего себе. Это ход. Да. Ход коню. Да. Так. Мы переехали в город Краматорск. Угу. И дальше? И дальше я вот 3 года, с 9 до 12 лет там тренировался. В 12 лет стал гроссмейстером. Ну и там получилось так, что вернулся в родной Крым. И в 2009 году уже потом переехал в Москву. Ну что ж, друзья, это были истории с Оксаной Пушкиной на ТНТ. Слушай, а есть какие-то ритуалы, которые помогают? Ну, допустим, перед какой-то важной схваткой. Допустим, не знаю, вы целуете ферзя, например. Есть шахматисты, которые целуют... Я могу Я просто в шоу-бизнесе многие целуют ферзя. Есть такие ритуалы. Да, я знаю парочку таких. Вот у вас какой ритуал? Самое главное — выспаться перед игрой хорошо. Это правильно. Не, ну понятно, но нет какого-то там, не знаю, секретных каких-то фишечек. Сидеть напротив соперника, допустим, каждый раз, когда он ходит, делать так. Ой, кошмар. Тимур, может, у тебя есть? Да, здрасте, всем добрый день. Здрасте, здрасте. Здрасте. Ну, ритуал есть, типа, если выигрываешь, чтобы не менять одежду и так далее, да, чтобы... Сколько лет? А, то есть как хоккеист? Еще больше давить на соперника. Ну что ж, идет 8-й год, когда не проигрывал наш вонючий шахматист. Примерно так. Бывало, и месяцами не меняли на матчах, насколько мы слышали. Месяцами? Да, да. И типа помогает это? Чемпионы мира даже были такие. Да ты вонюченька моя, ну, побеждать идем. Я в целом поэтому стараюсь реже выигрывать, потому что это просто невыносимо. Ну конечно, согласен. Не гигиенично.
Сергей, вот вы выпускаете книги про шахматы для начинающих, занимаетесь пропагандой детских шахмат, открываете в России детские шахматные школы. Сейчас миллионы детей, хотя вряд ли детей не надо, нас не смотрят дети, но в принципе они нас слышат. Скажите, как вы думаете? Что ребенку дают шахматы? Да. Шахматы для детей очень полезны, они развивают их логику, интуицию и в какой-то степени ответственность за свои поступки. То есть в шахматах ты сделал ход, ты его не можешь вернуть обратно. И вот ребенок в жизни тоже начинает думать, прежде чем что-то делать. Хорошо. Это очень круто. Кстати, по поводу подарков. Стоп. Я пообещал супруге Галье, что вот если выиграю свой последний турнир, то подарю подарок. Заказал месяц назад, и на удивление, именно сегодня он пришел, именно сегодня я вот утром ездил и его получал. Что же это? Поэтому я вот решил его прилюдно подарить, хотя это полнейший экспромт. Давайте, ребята. Конечно, конечно. Никто еще так торжественнее не дарил бутылку пива. Ого! Это розовый бриллиант. Ничего себе, боже мой. Ну, покажите, поверните в камеру, пожалуйста. Поверните вот сюда, это налоговая, мы хотим здесь все увидеть. Да, вот, пожалуйста, будьте любезны. Теперь чуть-чуть поголодаем, ну что поделаешь. Ну ничего страшного. А можно вот Галие передать микрофончик, ты как хочешь спросить. Тяжело ли жить с шахматистом, Галия, расскажите. Отвечайте, богачка. Да. Есть ли такое, что вы ему говорите, давайте куда-нибудь сходим, а он говорит, ты первая ходи. Есть такое? Все, я теперь после подарка вообще не знаю, что говорить. Легко жить, хорошо, все нормально, прекрасно. Ну давайте мы вам тоже сделаем подарок. Мы отрекламируем ваш мерч. Галия выпускает собственный шахматный мерч. В ассортименте представлены футболки, кепки, носки с забавными надписями на шахматную тематику, друзья. Что за смешные надписи? Какие надписи? Ну хоть одну. I want to chess you. Прикольно. Давайте, знаете, как договоримся? Мы не играем в шахматы, вы не пишете веселые надписи. Смешные надписи. Что хочешь сказать? Вы уже мега кто? Вы все, я имею в виду. Да вы тоже ничего. Спасибо. Побеждайте, продолжайте всех там побеждать. Мы должны быть первые во всем. Спасибо. Всех детей научите. Ну и что? Удачи вам во всем. Не знаю, как-то скомканно получилось, но искренне от души. Нормально. Будем следить за вашими успехами. Сергей Корякин, ваши аплодисменты. Удачи вам во всем. Это Камеди Клаб. Давайте продолжать. Ура! На сцене появятся новые резиденты с экспериментальным юмором. И давайте как следует им поаплодируем. Типа театр имени меня. Новые резиденты, встречайте! События в мире напоминают сюжет фильма. Причем, судя по тому, как эти события развиваются, писали его в Болливуде. Итак, индийский фильм о сложных международных отношениях. Где-то на мировом рынке шла немолодая, но все еще развивающаяся Индия. И тут ее взгляд привлек он. Раш-фидераш Тапур! Подходи, покупай! Так вот откуда так вкусно пахнет нефтью. О, какое красивое дорогое платье! Это наша традиционная одежда. Ах, как же меня возбуждают традиционные ценности! Расскажи о себе, Индия. Мы поем и танцуем босиком прямо на улицах. Мы тоже любим выпить. Мы поклоняемся корове, а вы кому? А мы, судя по сборам, чебурашки. Еще у нас есть шаман. Он прыгает с бубном и вызывает дождь. Он прыгает в кожаных штанах и вызывает патриотические чувства. Как необычно. Мы верим в реинкарнацию. А мы ее практикуем. Про москвич что-нибудь слышала? Это ваша русская машина, да? Давай лучше о тебе. У нас у всех есть братья. У меня тоже есть брат. Белораш. Ну что, поехали ко мне. Я согласна. Раш, ты мой краш. Полетели к тебе на самолете. Лучше на ковре. Только от него у меня есть все запчасти.
Этому не бывать! Кто это? Это мой дядя Великобритач. Он живет в Лондоне. Почему? Потому что там денег больше? Да там и индусов больше. Ты ее не получишь, потому что ты бедняк. Великобритач, если я бедняк, то почему ты за мной олигархов донашиваешь, м? Уходи, иначе я брошу тебя в тюрьму. В тюрьму? Да, это то самое место, где твой индийский чай ценится больше всего. И вообще, она уже сосватана за Америкаджа. Что? Обожаю равноправие! Свободны. Так вот какой ты америкач. Я думал, он индус, а он пиндус. Тебе здесь не рады, мать твою. Это тебе тут не рады, родитель номер один твою. Индия, выходи за меня, у меня все самое лучшее. У меня есть Голливуд, Netflix, HBO. О. А у меня это все бесплатно. О. У меня есть Илон Маск, он скоро полетит на Марс. Ого. А у меня Катя Лель, она уже там была. У меня есть Тесла, это электромобиль. Ого. А у меня электробус, это электробус. У меня есть Макдональдс. Макдональдс? А у меня вкусная точка. Точка. Хоть кому-то это название понравилось. Ну все, мне это надоело. Ты куда? Я пережду у реки Эрдоганг. Эрдоганг? Ну, это река, которая течет во все стороны. Ну? Готов? Стоять! Че? Еще один шаг! Еще один, и я при всех клянусь, тебе не поздоровится. Ты меня, наверное, немножечко очень сильно не расслышал. Еще один шаг, еще один, и тебе не поздоровится. Ну все! Еще один шаг, еще один, и тебе не поздоровится. Все видели, что он со мной сделал? Что? Я ничего не видел. Белораш! Ты видел? Я видел. А что я видел? Драка неизбежна! С чего ты взял? Начинается эффект слоу-мо. Пакет санкций? Ну все! Я заморожу твою активность! А? О, нет! Он переориентировался на восток! Я оставлю вас без газа! Чё? Это еще не все! Что такое? Они заблокировали тебе свифт! Не получилось, да? Вы все равно будете плясать под мою дудку. Да сюда! Ад! Я сломал твою трубу! Все слышали, он признался, это он сломал мою трубу. Хорош болтать, сдавайся, я мощнее тебя. Погоди, Белораш, садись ко мне на шею. Наконец-то ты сам это предложил! Что это, мать его, такое? Они называют это дружба. Но вам все равно уже никто не поможет. Что за звук? А! Что это? Это что такое? Это... Да, дайте мне неделю, и я подумаю, что это такое. Ё-моё, что это? Кто это был? Это был наш друг Китадж. А что он нам сделал, что мы друзья? Он ничего нам не сделал, поэтому мы и друзья. Ладно, с
Ступай, Белораж. Люди не могут уже без твоего трикотаж. Раш, я тут подумала, я не хочу ни с кем ссориться. Поэтому давай просто останемся друзьями. Если честно, Индия, мне дружба тоже даже лучше. Потому что бабу я сейчас вообще не потяну. Типа театр имени меня, Аля Кокушкина, Алексей Шальнов, Илья Берег, Влад Соломко. Аплодисменты! Катя Шкуро и Костя Бутусов. Итак, в московской квартире. Свет, а что тут происходит? Сереж, ты что, не видишь? Я вон вещи собираю. А зачем? Хочешь их сдать в приют? Правильно. Пусть теперь бездомные в дурацком походят. Сереж, вот сейчас вообще не смешно. Я сегодня уезжаю в другую страну. В смысле? Ну, я решила, что мне нужно развиваться. Тут я с тобой согласен. Ну, я не знаю, можно же не в другую страну уезжать. Можно начать, например, с мелкой моторики. Пластилин, кубики, там, перестать путать заднюю и переднюю передачи, например. Сережа, не смешно. Я уже все решила. Я уезжаю на ретрит. На что? Ну, ретрит, Сереж, это такая духовная практика для саморазвития. Сереж, ну, понимаешь, мне нужно все проработать. Проработать? Свет, ты за свою жизнь ни дня не проработала, блин. Сереж, ну, я хочу стать осознанной. Так, подожди. А это твое осознанное решение стать осознанной? Да. А как ты приняла осознанное решение, если ты еще не осознанная? Ну хватит! Я просто разрешила себе любить себя. Так, но это видео с тобой я помню. Да я не об этом. Чего ты вообще решила куда-то ехать? Сереж, ты инсту вообще не смотришь. Сейчас все на ретрит уехали. Че, прям все? Прям все. Ну вот Валерий Сюткин уехал, например? Нет. А Сергей Жуков? Нет. Странно, все уехали на ретрит, но кого бы я ни назвал, все здесь. Ну, конечно, ты таких называешь. Ну, давай я не таких назову. Митя Фомин уехал? Сереж, я вообще не в этом смысле. Ну, как ты не понимаешь, что это сейчас очень модно? Все туда едут. Кстати, а куда все едут, Света? На Бали. Ну, конечно, Бали. Бали – пристанище для всех недоразвитых, что конечно. Что такое несешь, Сережа? Мы все решили. Ну, и кто с тобой поедет? Вероника, Кристина, Диана. Короче, вся VIP-кабинка Мята Лаунж едет развиваться, да? И почему именно на Бали? Ну, потому что Бали — это вообще другое. Это солнце, океан, девственные пляжи. Света, вот скажи мне, пожалуйста, почему на девственные пляжи в основном рвутся далеко не девственные женщины? А? Хватит, а? Света, и кто придумал вот эту идею ехать? Фотограф Тигран. Чё, блин? С вами какой-то Тигран поедет? Сереж, мы его берем, потому что без фотосессии нам не поверят, что мы развиваемся. То есть армянская пресса просто едет освещать мероприятие, да? Ну, конечно. Тем более Олег сказал, что ему с четырьмя тёлками будет скучно. Олег! Какой еще нафиг Олег, блин? Сереженька. Олег – тренер по йоге. То есть вы еще какого-то тренера с собой берете, да? Сереж, ты можешь вообще не переживать, он спит с Дианой. Ну, короче, на самом деле он встречается с Кристиной, а женат на Веронике, но это вообще не важно, потому что я уверена, что он поехал с нами ради Тиграна. Ну, ни хрена себе. А тебя зачем взяли? Презервативы подносить, Свет? Короче, все, я поеду с вами, мне тоже нужно развиваться. Сережа, ты что, тебе вообще туда нельзя? Ты же семерка. Не понял. Ну, ты 7, да? А родился 7 числа. По нумерологии привязан к дому. То есть 7 – это 7 я, понимаешь?
А я восьмерка, а я открыта ко всему новому. А Диана — это десятка, она открыта к новым знакомствам. Кристина — это 22, гуси-лебеди, она открыта к полету в теплые края. А Диана — это типичная четверка, хотя до операции была типичной однеркой. А Тигран — это семерка. Во, Тигран тоже семерка, блин. Сережа вообще другая семерка, он семерка в Сатурне. У него 7 — это осеменитель. Охренел, Света, блин! То есть я привязан к дому, а он привязан, отшлёпан? Или как вы там развиваться собираетесь, блин? Серёж, успокойся, я понимаю, конечно, что с одной стороны это все выглядит так, как будто мы просто едем тусить. Но ты посмотри на это с другой стороны. Света, это и с другой стороны выглядит так, что ты тусить едешь. Это со всех сторон выглядит так, что ты едешь тусить. Это, блин, с квадрокоптера выглядит так, что ты тусить едешь! Может, ну как же ты не понимаешь, что я туда хочу? Мне вот здесь уже вообще ничего не откликается. Света, ты задолбала меня уже! Задолбала, не откликается ей! Зато мне смс-ками из банка, блин, откликается! Сколько стоит вот эта твоя поездка на Бали? 700 тысяч. Света, тебя на Бали! Тебя на Бали, Света! Ты вернешься оттуда такой же тупорылый, только загорелый, блин! К дому я привязан по нумерологии. К дому я привязан по ипотечному кредиту, дрянь! Почему всякой фигней занимаешься, ты, страдаю я, Света? Ты не готовишь еду, ты не спишь со мной, говоря языком психологии. У нас ни Блиновской, ни Лобковского, блин! Все, ты остаешься дома, понятно? Дома ты будешь сидеть, никуда ты не поедешь, все. Ладно, я поняла. Никаких больше психологов и ретритов. Ну ладно, рассказывай, как дела, как работа? Да нормально. Сейчас вот в командировку собираюсь. Куда? В Дубай. В Дубай? Эскортницам буду рассказывать про недвижимость. Блин, Сереж, ты такой молодец, ты так много работаешь. Только с Таи вернулся, уже в Дубай летишь. Я просто разрешил всем любить меня. Встречайте, впервые на сцене Comedy Club, Дмитрий Ксенофонтов! Привет, 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 всем привет! Димка, смотри, все твое! Спасибо большое, спасибо. Добрый путь. Это Дмитрий Ксенофонтов, запомните его. Димка, наслаждайся этими аплодисментами. Да, спасибо большое, как классно, настроение вижу. Смотрите, что у меня недавно было. Я тут недавно сдал генетический тест, который показывает, на сколько процентов ты какой национальности. Слышали когда-нибудь про такие тесты? Похлопайте, если слышали. Вот-вот, да. Ну, в общем, сдал я такой тест за 30 тысяч рублей. И за 30 тысяч рублей узнал, что я русский. Я как охренел, я аж кулебякой подавился, но... И как, обидно не то, что я узнал, что я русский, а то, что я узнал за 30 тысяч то, что знал бесплатно. Ну, сейчас думаю, Дима, а ты, ну, нахрена тест сдавал? Ты на что рассчитывал? Просто каких-то предпосылок, что ты бразилец, ну, не было. Японец, ну, тоже вряд ли. Явно не еврей. Еврей, скорее всего, придумал этот тест делать, да? Мне кажется, они там даже не проверяли, просто между собой пообщались. А что, вот этот тип в шлепках 30 тысяч за тест заплатил? И даже не торговался? Да пиши русский, Сара, не порть пробирку. Сто процентов русский, представляете? Я причем спросил в лаборатории, это вообще частое явление, что прям на 100% русский? Они говорят, нет, это очень редко. Я теперь думаю, может, мне какие-то льготы там от государства положены? У вас патриот какой-нибудь, терем в Суздале, ночь с Безруковым, ну... Синяя галочка на госуслугах. А то нас таких, походу, всего двое на планете. Я и шаман, блин.
Я понимаю, что это Москва, но есть в зале русские? Похлопайте, есть русские в зале? Ох, классно. Просто знаете, у кого не спросишь, у всех все понамешано. У кого там татары были в роду, у кого прибалты, у всех все перемешано, у меня нет. 100% русские, представляете, 100. Это получается, ни одна моя прабабка за всю историю ни разу не повелась на вот это все. Эй, Наташа! Вот эти все финские приколы, да? И я теперь... Как бы из-за этого даже ответственность, понимаете, чувствую перед предками за сохранение рода. Ну, они столько лет это сохраняли, не может это взять и на мне оборваться. Ну, я поэтому жену тоже отправил этот тест сдавать. Ну и добрый вечер. Точнее, барев дзес. На 10% барев дзес. Я теперь смотрю на нее, думаю, ну, а настолько ли она мне прям нравится? Оно того стоит, чтобы на моем генеалогическом древе проросла вот эта веточка хурмы. Друзья у меня тоже поздавали этот тест. У меня есть друг, который невероятно гордится, что он на 2% француз. Ну, как по мне, тоже так себе понт. Я на 2% француз. Дайте мне 98 бутылочек водочки православной и круассан. Мерси, ё-моё. Я когда еще узнал, что я на 100% русский, решил английский бросить учить. Ну, я 100% русский, я 100% не выучу, да? Надо это просто принять. Я был в Таиланде недавно, я понял, что я хочу выучить английский только когда я за границей. Потому что я представляю, как я чудовищно звучу со стороны для носителей языка. Ну, просто представьте себе на их месте. Здравствуйте, заказ. Здравствуйте, суп. Одно. Женщина, суп. 1 минута, я женщина спросить. Женщина, плохо английский. Ва-ва-ва-ва. Моя жена хотеть член по-пекински. Член по-пекински? Утка? Да, утка. Утка и член по-пекински. Я знаю английский язык лучше, чем моя жена, но при этом она почему-то совершенно не стесняется вступать в разговоры на английском с иностранцами, от чего очень сильно страдаю я. Наш поход в магазин там за границей выглядит так. Она заходит. Hello. Do you have... Дима! А спроси, у них с этим стайлером идет насадка гребень с широкими зубчиками для секущихся волос? И Дима стоит в ахрене просто, который из всего этого спича про Дайсон знает только как будет Дайсон. Это будет no thank you. Ну, конечно, интересненький год, я думаю, я выбрал, чтобы узнать, что я русский. Сейчас за границей, когда говоришь, что ты русский, вообще невозможно предугадать, какая будет реакция. У нас вот там в Таиланде был аниматор у бассейна, и он ко всем подходит такой, типа, «Hello, where are you from? Italy. Oh, pizza. Where are you from? Germany. Oh, Mercedes. Where are you from? Russia. Oh, fuck!» Russia? I love Russia! Спасибо большое, народ, у меня на этом все. Приятного вечера. Дмитрий Ксенофонтов! Новый резидент комедии! Спасибо большое еще раз. На сцене Марина Кравец. Здравствуйте. Кто-то в поисках самореализации делает ароматические свечи. Кто-то печет капкейки. Кто-то продает собачью одежду на Wildberries. Но есть и такие девушки. Горячее андалузское солнце стыдливо прятал за вершину Сьерра-Мадрона. Легкий прохладный ветерок с берегов залива... Нет, не залива.
Залива мне не нравится. Так, легкий прохладный ветерок с берегов полноводной Гуадалеты шептал непристойности апельсиновым деревьям в живописном предместе окраины провинции Херес де ла Фронтера. Си. На открытой террасе поместья Фернандо Морьентеса в тонком полупрозрачном... Нет. Прозрачном платье с бокалом прохладной рьохи сидела пышногрудая... Нет. Среднегрудая... Неважно. Сидела жгучая сексуальная Мария. Пышногрудая. Так. Значит, престарелая служанка поставила на столик перед Марией большую продолговатую перечницу и печеный баклажан. Все напоминало ей о Хорхе. Последний раз она видела Хорхе 12 дней... Нет. 12 лет... Нет. 12 мужчин назад. Да. Из-за нахлынувших воспоминаний единственное, что осталось у Марии сухим, это вино в бокале. Так, стало отчаянно прохладно, и она подумала, что было бы неплохо накинуть на плечи Хорхе свои ноги. Так. В дверь постучали, сердце Марии замерло. А кто же это? Стук становился все настойчивее. Может, это продавец звонков опять хочет втюхать нам свои звонки? Подумала Мария. Дверь открылась. Это был Хорхе. Он держал гитару, в другой вино. Мария сразу поняла, чем он стучал в дверь и как сильно он по ней соскучился. Мария, ты одна? Хорхе с порога намекнул, что хочет овладеть Марией. Я совсем одна и готова ко всему! Промолчала Мария. Раздевайся, приказал Хорхе. Грудь Марии наполнилась грудью. Так... Ноги отказывались вести себя культурно. Предвкушение послевкусия предвосхищало наслаждение сладостным сладострастием. По телу Марии бежали мурашки, и бежали они ровно туда, куда смотрел Хорхе. Хорхе обрушился на нее, как мадридский Реал обрушился на дырявую оборону хихонского спортинга в финале Копа дель Рей. Их тела сплелись в жарком фламенко любви. Звуки страстной любви разносились по всей округе, вгоняя в краску завистливых обитательниц монастыря Сан-Себастьян-Фуэго. От этих звуков осыпалась штукатурка с фасада Саграда Фамилия. Хорхе склонился над ухом возлюбленной и, тяжело дыша, произнес. Как же чешется жбан, Лена, от этого парика. Просто невозможно, Лена. Реально жбан чешется, Лена. Сережа, вот почему? Ну вот, Сережа, как всегда. Вот только ко мне приходит вдохновение, и приходишь ты, и все портишь. И так всегда, Сережа! Да, Лена, хватит, пожалуйста, хватит. Я тебя прошу, я задолбался. Я то испанец, то какой-то самурай, то сенсей, то шейх, то еще кто-то. Я задолбался, Лена! Сережа, ты не понимаешь, я напишу бестселлер, мы заработаем миллионы, и наша жизнь изменится. Ты уже миллион книг написала, но они не продаются вообще, ни одна, Лена. И это ты так меня поддерживаешь, да, Сережа? Мы же договорились, ты моя муза! Да я задолбался быть твоей музой! Роды бестселлера затянулись, Лена! Я 2 недели ходил в стрингах, пока ты писала свой этот роман «Месть стриптизера». Я здесь себе все натер! У меня все опухло! Прикольно, конечно, но больно, Лена, больно! Я из ванны не вылазил неделю, пока ты писала свое это озеро любви. Мы за воду заплатили 120 тысяч, а за книгу твою ничего не заплатили.
Ты столько книг написала у нас. Оплененная членом, очлененная пленом. Устричное послесловие, секретные секреты секретарши, волшебные пальцы гитариста, старая шляпа фокусника, венецианские похождения безотказной, римские похождения безотказной, стокгольмские похождения безотказной. У безотказной шенген не заканчивается? Сережа, да пройдет время, и романы Елены Целофановой будет читать весь мир! С нами в кровати спал 2 месяца какой-то Ашот, пока ты писала «Итальянец из Адлера»! Конечно! Конечно, потому что я должна прочувствовать все, о чем я пишу. Я пишу о страсти. Люди хотят читать о любви, Сережа? Люди не хотят читать, как Изабелла отдалась Рамиресу. Люди хотят читать правду про себя, хотят читать узнаваемые вещи, чтобы было реалистично, понимаешь ты? Что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь? Пиши! Пиши, говорю! Оксана ухандохалась в Зюзю. Нашвырялась в срокотень кромешную. Набульбенилась по-королевски. Моральные принципы и трусики оставились за колонкой. Инстинкт самосохранения взял речевой аппарат и поехал в гостиницу спать. Что это вообще такое? Это интрига. Пиши. Анапа, июнь, 4 утра, кафе «Штурвал». «Штурвал». Оксану размотала, как гомно на каруселях. И Оксана не ждала никакого Хорхе. Оксана пошла на охоту. И будет это Хорхе, или какой-то таксист, или продавец сладкого. Неважно абсолютно. Ей по барабулечке. Пиши давай. По барабулечке. Пиши. Сережа, что это за монстр? У нее вообще, что ли, никаких принципов нет? Не, Оксана знала себе цену. 1872 рубля. Именно столько она нагуляла в кафе «Штурвал». Сереж, может, как-то поромантичнее? Легкий летний бриз, задувая мизерное пламя пустой пластиковой зажигалки, мешал ей подкуривать картошку фри. Почему картошку фри? Потому что стики она съела с бургером. Сереж, ну ты какие-то ужасы описываешь. Подожди, какие ужасы? Она еще футболку не снимала. Я описываю героиню, чтобы читатель мог влюбиться в нее. Ты как, в это можно влюбиться? Я тебе сейчас расскажу, как. Ноги, обутые в красные туфли, заляпанные чесночным соусом, понесли ее к линии прибоя. Автопилот сработал в штатном режиме. Теплый песочек, освещенный луной и звездным небом, сливался с темной манящей гладью Южного моря. «Да и пофиг!» — сказала Оксана. Разделась до трусов телесного цвета и, помогая себе руками, поскакала в море. Секануть. Сережа! Ладно, освежиться. Ну, допустим. Слушай, а где здесь любовь? А? Любовь-то где, а? Интересно стало, да, где любовь у нее? Где любовь? Где? А вот она, любовь, вот она стоит. За мусорным баком ширинку застегивает. Красавец Жора. Жора? Жора. Широкие плечи, волевой подбородок, сильные ноги. Все это ему понравилось в Оксане, которая в этот момент выползала из моря. Их взгляды встретились, их перегары переплелись. Подожди, а что за Жора? Не хватает деталей. Жора приехал на 2 дня из Ростова. Спал на пляже, сгорел нафиг вообще. Выпил все пиво в Анапе, сломал руку, подцепил ротавирус, проглотил осу, упал на мангал, наступил на гвоздь, 3-жды забыл, что не умеет плавать. Неромантично. И заплел африканские косички, да. У Жоры было правило не чпокаться там, где работаешь. Поэтому Жора на всякий случай нигде не работал. Жора приехал в Анапу почпокаться и подраться. И глядя на Оксану, он понял, что он может закрыть оба гештальта сразу. Единственное, о чем он думал, какой гештальт закрыть первым. Синим, как он сам, ногтем он вытащил ремень, и штаны упали сами. А трусы? Анапа, какие трусы, Лена? Ты что? Маджанча, маджанча. Запиши, да. Сереж, в этом нет какой-то красоты. Давай хоть добавим, не знаю, там, бабочки в животе. Бабочки в животе не летали, потому что сгорели после первой же самбуки нафиг.
Молодые потянулись друг к другу и уже были готовы нырнуть в водопад страсти, как раздался дикий крик: «Жора!» Что такое? Поворот в сюжете. Процитировав строчки Нагана: «Жора, гребаный насос, где ты был?», появилась жена Жоры, Виктория. Завязалась битва. Ростов против Краснодара. Южное дерби. Давид против Голиафа. Более мотивированная Виктория с легкостью прошла в клинч, оформила тейкдаун и проделала треугольник удушающим. Удушающим? Сережа, а зачем такие подробности драки? Привлекаем мужскую аудиторию. Но, вырвав мужа из лап Оксаны, она унесла птенца в гнездо. Браво! Все, давай, закрывай и отправляй своему этому самому, кто у тебя там печатает. Нет, Сергей, я не буду отдавать эту историю в издательство. Я не буду печатать историю нашего с тобой знакомства. Пойми. За это просто никто не заплатит. Дай сюда, я знаю, кто это купит. Сарик... Слушай, есть отличный сценарий. Ты не знаешь какого-нибудь хорошего режиссера, который мог бы... Брат, давай я сниму. Я хороший режиссер. Я серьезно. Ну ладно, что там почем? Давай я куплю. Сколько не жалко. Столько нет. Ладно, один армянин отказался, другой согласится. Пойдем, Мартиросян, он из этого конфетку сделает. Я сама отдам. Карибидис, Марина Кравец. Это Камеди Клаб. Всего хорошего. Пока!